Всем привет, дорогие друзья из солнечной Анталии! Привет, Сэм! Мы находимся в потрясающе красивом месте на пляже Кадрии в районе Белек. И сегодня я вам расскажу все наши последние новости, куда мы пропали, ну и, конечно же, покажу вам море. Сегодня стоит просто потрясающая погода. Я думаю, что многие из вас знают, видели в новостях и на YouTube то, что в Алании, в Анталии шел снег, было очень холодно. Да, сейчас сезон дождей и даже снега. Наверное, за последние 10 лет это была самая холодная погода. Я помню, в Анталии лет 8-7 назад тоже в Алании и в Анталии выпадал снег. В общем, сегодня погода у нас просто потрясающая. Воскресенье, 5 февраля, 16 градусов тепла. Кстати, видела туристов, которые были в футболке и в шортах, шли купаться. Но не обращайте внимания на мою теплую одежду, потому что мы немножко приболели, и все-таки не хотелось бы, чтобы продуло еще сильнее. Ой, какое же красивое море, друзья, посмотрите, красота невероятная. Кстати, на этот пляж мы очень часто приезжаем летом, когда находимся в Анталии, поэтому в описании смотрите ссылку на обзор этого пляжа летом. Здесь огромная зеленая территория. Здесь большая парковка, детские площадки. Здесь также организуют показ фильмов летом на открытом воздухе. Здесь очень-очень широкий пляж. Ну и, конечно же, невероятно удобный вход в море. Пляж песчаный. Есть платные лежаки, стоят они, кстати, не очень дорого, по-моему, 10 лир они стоили летом. Зоны для пикника, вот вы видите, народ отдыхает, загорает. И это муниципальный пляж. Здесь также расположено много отелей 5 звезд с той стороны и с той стороны. Некоторые отели открыты, некоторые закрыты, но на пляже... Сейчас, конечно же, пляж в принципе не функционирует, все лежаки убраны, зонтики спущены, но можно приходить и гулять. Пока мы идем до прекрасного Средиземного моря, друзья, расскажу, что же происходит в нашей жизни и куда мы пропали. Как вы, наверное, заметили, кто смотрит мой канал, у меня очень редко стали выходить видео. Почему? Во-первых, очень много работы. И не хватает времени на то, чтобы снимать видео, даже снимать видео, представляете? А когда мы ездим куда-то в отпуск, просто хочется отдохнуть, и руки тоже до видео не доходят. Многие, кто смотрят меня с самого начала, знают, что я не блогер и не ютубер, а видео я снимаю как хобби для того, чтобы вы узнавали больше о Турции, давать вам какую-то полезную информацию и, самое главное, отвечать на ваши вопросы, которые вас интересуют. Вы можете обращаться ко мне в WhatsApp. В описании к этому видео есть мой номер, поэтому обязательно пишите, если у вас будут какие-то вопросы. А для тех, кто новый на моем канале, ну и для стареньких тоже, расскажу последние новости. Вообще, кто мы такие, чем мы занимаемся? Многие из вас знают, что у нас есть своя компания, которая занимается брендингом, маркетингом и дизайном. Читинкай Бренд Дизайн. Нашей компании уже более 10 лет. У нас более 150 сотрудников по всему миру. И мы занимаемся, как я уже сказала, брендингом, дизайном и маркетингом. В этом году у нас... не открылось собственное производство, а мы стали партнерами производства мебели, и мы также начали делать дизайны квартир, домов, коммерческих помещений и заниматься производством мебели. Поэтому, если вам нужна мебель, обязательно обращайтесь. В описании к этому видео есть ссылка на нашу компанию. А также, если вы классный дизайнер, графический дизайнер, дизайнер интерьера, сайтов или приложений, пишите мне на WhatsApp и присылайте свои резюме. Вот видите, как на пляже классно, народ отдыхает, молодежь вот там вот поет песни.
Если говорить о том, почему нас не было долго на канале, мы открыли новую компанию, которая называется Altera Investment Group. Многие из вас обращались ко мне по поводу недвижимости, а самое главное, земли, домов и бизнеса в Турции. Мы переехали в новый классный офис в Кестеле. Обзор офиса я сделаю, конечно же, для вас позже. А вы сможете приходить к нам в гости, когда будете в Алане. И наша новая компания занимается, прежде всего, инвестиционными проектами и вопросами открытия бизнеса в Турции. Мы работаем с компаниями, с маленькими, с большими, с нуля, с теми, кто хочет каким-то образом сделать ребрендинг, улучшить бизнес и так далее. Я являюсь членом правления торгово-промышленной палаты Алании, поэтому, опять же, по всем вопросам бизнеса, инвестиций и недвижимости в Турции вы можете обращаться ко мне по моему номеру WhatsApp, который есть в описании. Ссылка на сайт нашей второй компании также в описании к видео. Еще, друзья, почему мы находимся в Белике? Потому что, точнее, в Анталии. Потому что, помните, в одном из прошлых видео я вам показывала нашу новую квартиру. Так вот, это было давно, в прошлом году, полтора года назад, мы инвестировали в квартиру в Анталии. И несмотря на то, что мы живем в Алании на неделе, на выходных мы приезжаем сюда. Но, как я уже сказала, эта квартира чисто инвестиционная, и это было супер-мега классное вложение денег, но уже полтора года назад. Что касается других запланированных объектов, мы их также приобрели. Кстати, недвижимость не только в Алании, в Анталии, но и в других районах Турции. Это касается и земли в центральных областях Турции и так далее. Поэтому, если вас интересует, как я уже сказала, недвижимость, инвестиции, земля и бизнес, обязательно пишите мне на WhatsApp. И, кстати, в этом видео для вас также будет сюрприз. Сегодня вечером мы идем в оперу. Молодежь отдыхает, ребята плавают, девчонки фотографируются. И, как вы видите, еще один смельчак, который сейчас отправится в февральское Средиземное море. Ой, красота! Смотря на солнце, такое ощущение, что лето. Браво! Друзья, мы вот такие вот красивые и нарядные. Как вы думаете, куда отправляемся? Чуть раньше я вам говорила, мы едем в театр оперы и балета в Анталии. Представления проходят каждые выходные, по крайней мере, в соответствии с программой опера и балет, и большое количество разных концертов на неделе. Посмотреть все можно на сайте театра оперы и балета.
И, конечно же, посетить разные мероприятия, культурные мероприятия. Также в Анталии проходит большое количество разных выставок в культурном центре или в центре искусств. Тоже есть вся информация на сайтах, все есть в интернете. Если говорить об опере и балете, то мы ездим достаточно часто, и как только я приехала в Турцию, я начала посещать этот театр, посетила практически все балеты и оперы. А сегодня мы едем на оперу «Мадам Баттерфляй». Если говорить о билетах, то цены на билеты начинаются всего от 20 лир. Мы купили чуть поближе, и цена билета на третий ряд, по-моему, у нас третий или четвертый ряд, 50 лир на человека. Вот такой вот прекрасный закат в Анталии, кстати, очень красивые закаты, и ехать ночью в центр города невероятное удовольствие. Чуть-чуть пораньше, если бы мы выехали, то увидели бы, как солнце красиво садится за горы. Сейчас мы подъезжаем к международному экспоцентру. Вот виднеется его башенка. Кстати, я вам обещала, вот она, башенка экспоцентра. Кстати, я вам обещала ранее туда сходить. Мы были в экспоцентре, наверное, года два назад, но какие-то музеи там еще функционируют, поэтому если вы напишите в комментариях, чтобы мы сходили, обязательно сходим. Завтра, кстати, мы отправимся в очень интересное путешествие в Кемер и поднимемся на гору Олимпос на канатной дороге. Там, кстати, сегодня было минус один. Если на побережье было плюс 16, то наверху было минус один и было очень-очень много снег. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал. Только у нас вы узнаете все самое интересное, а главное полезное о жизни в Турции. Ну, а мы едем дальше в центр на оперу. Мы уже приехали в культурный центр Хашим Ишджан, культур Меркези, который находится, кстати, в районе Мурат-Паша в Анталии. До оперы осталось, наверное, минут 30, поэтому мы сейчас пойдем, посмотрим, где можно купить воды. И покажу вам также, как театр оперы и балета выглядит изнутри. Мы уже внутри, друзья, на входе проверяют хес-код. Если у вас нет хес-кода, его очень просто получить в приложении и либо по данным вашего паспорта. Вот здесь вот находится касса, но билеты мы купили заранее на сайте, поэтому при входе в зал мы покажем только QR-код наших билетов. Как я уже говорила, репертуар можно посмотреть на сайте оперы и балета. Государственной оперы и балета Анталии. Несколько здесь салонов. И вот здесь вот, как я говорила, расположена касса. Но покупая билет онлайн, вы можете выбрать себе место, где вы любите больше всего сидеть. В зал можно зайти как с первого этажа, так и со второго. Как я вам уже говорила, мы приехали на оперу Пучини «Мадам Баттерфляй», и здесь вот есть информация об этой опере. Кстати, все билеты можно купить на вот этом вот сайте, либо программу посмотреть на сайте «Анталия Девлет Опера в Балеси». И здесь можно посмотреть, кто входит в состав хора, в состав оркестра, кто исполняет какие роли. В общем, кто является шефом оркестра, кто исполняет роль мадам Баттерфляй. Вот такая вот информация есть на каждом представлении. Зрители постепенно собираются, зал еще не открыли. И, кстати, сегодня зал полный, практически аншлаг. На входе проверяют билеты, которые можно купить в кассе. А мы, например, купили билеты онлайн. Видите, у нас есть QR-код и указание наших мест. Покажу вам, как выглядит зал. Как я уже сказала, здесь
полный аншлаг сегодня. Конечно же, пользоваться телефонами запрещено, снимать тоже запрещено. Оркестр уже репетирует. В общем, друзья, мы в предвкушении. Наши места на третьем ряду, 22-24. В общем, посмотрим, как здесь сидеть, именно здесь. А обычно мы сидели вот здесь. Вот. Закончился первый акт. Длился он практически 40 минут. Сейчас перерыв минут 10, и будет второй акт. Кстати, впервые эта опера была поставлена в 1904 году. Почитайте историю «Мадам Баттерфляй», «Мадам Хризантемы». Очень-очень интересная история. И опера была поставлена очень много раз. Кстати, одна из самых популярных опер для постановки. Друзья, представление закончилось, опера закончилась. Как вы видели, был просто аншлаг, и все были очень-очень довольны. Поэтому, когда вы бываете в Алайне, в Анталии, обязательно приезжайте в оперу и не забывайте о том, что в Анталии проходит знаменитый фестиваль в Аспендосе. В общем, это невероятное зрелище. Фестиваль проходит в августе, в сентябре. Смотрите подробно в интернете и обязательно посещайте фестиваль. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас много всего интересного. И в этом году будет много интересных поездок, различных мероприятий. В общем, подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. Обязательно заходите на сайты наших компаний. Пишите мне в WhatsApp, если у вас есть какие-то вопросы. Буду рада вам помочь. Ну и, конечно же, приезжайте в прекрасную Аланию, Анталию и Турцию. Всем пока-пока!